15 октября состоялась первая виртуальная конференция для управленцев здравоохранения KPI and здравоохранения, целью которой было повышение эффективности работы системы оказания медицинской помощи как составной части повышения эффективности работы региональных органов власти. Конечно, нам было важно подискутировать на тему того, как эти проекты можно будет оценивать, какую методологию использовать, какие показатели можно будет использовать для измерения эффективности этих проектов. И самое важное – понять, как с помощью некой методологии оценить обратную связь от населения. Эксперты проводили конференцию в стиле дискуссии, где обсуждались проекты Департамента здравоохранения Москвы, их вклад в развитие здравоохранения в будущем, а также оценку изменений населением. Я считаю, что это замечательное мероприятие, это прекрасная возможность для коллег познать, увидеть, услышать. И хочу пожелать больших успехов в нахождении новых технологий для создания каких-либо еще вот этих медиапроектов. Также эксперты поднимали вопросы частной медицины как важного участника исполнения национальной программы. Этот формат, он будет очень востребован, и каждое выступление будет нести в себе передовой опыт по повышению эффективности, по пациентоориентированности, по внедрению современных инновационных технологий диагностики и лечения. В рамках дискуссии эксперты делились своим опытом в организации ранней диагностики социально значимых заболеваний, таких как колоректальный рак. И каждый смог сказать что-то, что, надеюсь, поможет нашим слушателям улучшить их так называемые KPI в здравоохранении, на самом деле просто сделать наше здравоохранение для каждого из пациентов более эффективным и именно настоящим здравоохранением. В виртуальной конференции приняло участие более 1000 человек, и благодаря их отзывам было принято решение продолжать проекты в таком удобном формате. Вы спокойно можете подключиться, увидеть все, что происходит, и самое главное, в любой момент посмотреть в записи. Главное было бы желание и было бы то стремление что-то узнать новое, освоить. Потому что без этого никакого прогресса вообще не будет. Поэтому все, что называется виртуализация, это классно. Это нам в помощь. Запись конференции будет доступна на сайте Института здравоохранения и медицинского менеджмента.